Регулярные встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным определяют многовекторность и динамизм двухсторонних связей. Об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева заявила в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стороны отметили развитие отношений по всем направлениям, включая сферу экономики. За первые 9 месяцев текущего года товарооборот вырос на 26%. Это такой серьезный показатель. И мы поддерживаем отношения практически по всем направлениям на уровне парламентов, общественных организаций. У меня очень добрые и доверительные отношения сложились с президентом Азербайджана. Я знаю, что вы завтра с Валентиной Ивановной открываете еще 10-й межрегиональный форум. Это, считаю, чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов. Как отметила в ходе беседы первый вице-президент Азербайджана, отношения между двумя странами имеют добрые, прочные традиции добрососедства и дружбы. Отношения с Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана. Как вы отметили, по всем направлениям мы видим положительную динамику, существует регулярный политический диалог на уровне глав государств. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Экономическое сотрудничество, как вы ответили, уже приносит свои плоды, и это очень радует. Хочу отметить, что неуклонно растет рост туристов из России, посещающих нашу страну. В прошлом году Азербайджан посетило 900 тысяч россиян. В этом году мы ожидаем роста этого показателя. И, конечно, хочу особо отметить наши отношения в гуманитарной сфере. Считаю, что они являются образцовыми. Президент Владимир Путин также особо подчеркнул динамичное развитие гуманитарных связей и отношения в Азербайджане к русскому языку. Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы вам за это очень благодарны. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на я считаю, наше общее достояние, потому что это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, это позволяет развивать отношения и межличностные, и на государственные. Затем был зачитан указ президента России о награждении первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиевой орденом дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Владимир Путин отметил особую роль деятельности первого вице-президента Азербайджана в поддержании межгосударственных связей на столь высоком уровне. Фидан Агуи, CBC.